Всем привет, ребята! Меня зовут Вэлла 228, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Конструктор Симулятор. Это вторая часть уже. В прошлой части мы сделали песчаный замок и что-то еще, я уже не помню. В этот раз мы будем делать что-то другое. Кстати, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, выжимайте колокольчик, пишите комментарии. Ну а мы уже зашли почти в этот симулятор. Идет загрузка. Что за звуки? Птички поют. Ой, нифига. Ой, это вот не громко. Вот так вот. Так, что мы будем делать? Вроде мои рабочие. Уровень тоже сильный. Я не могу даже уровень тоже сильный. Блоки на месте. А где рабочие? Уровень 58 вот. Вот они, посмотрите на них. Учебники грибы побежали. Сколько их здесь? О. Короче, какая-то дичь. Так, мы можем... Ну так, 50 тысяч. Ну, у меня как-то 7 миллионов, ну ладно. Кстати, чарование. А у меня. А, у меня даже нет. Так, мы можем. Ну что, скорость, наверное, пропустим. Выберем. Получили 50 шариков, и мы делаем очарование. И что типа нам не дало? Девять минут. Что странно как-то. Почему, ребята, странно. Ну ладно, мы уже делаем что-то. Что это у нас? Большой дом. Мы на первом, делаем. Ну-ка. О. Гвоздной рабочий. А вот мы уровень. Нормально. Кстати, кто хочет со мной поиграть, если что, мой ник. Демон, нижнее подчеркивание, 5677992-3. Вот. Так. Кстати. У меня есть друг, который тоже, у него есть свой YouTube-канал. Если что, его YouTube-канал называется Миха 228. Подписывайтесь на него. Он выпускает тоже прикольные ролики. Вот. А я пока буду... Они будут пока работать. Они работают на остальных. Бери плитку, тащи, брать, тащить, ложить плитку, бежать, уровень повышать, брать, бежать и ложить. Чё за... Ладно, пора прокачать. Наверное, я работаю что-то. Ой, не могу делать скоро. После серии мы прокачали работяг. На максимум, на 20 уровне. Я не понимаю, что этот счетчик нравится.
Что же? Что? Что? Что за фигня? Что за... Что? Не, не надо. Так, повысим уровень. Повысим, да. Я повысил уровень, хорошо. 5 миллионов. Так. Что такое? Ладно, это... Работай, работай, работяги, работаем. Уровень веров. 3, почти 4 миллиона взяли. Сколько стоит реберт? Что? Я сделал реберт. Нормально. Я сделал реберт. Нормально. Теперь у меня будет все быстрее делаться. Но это мне нравится. Работай. Работяга. Уровень повысил, 7500 мне дали. Я купил работягу. Две работяги я купил. О, я могу смекаться. У меня никто. Я камень. Каменчик работает 3 дня без выходных, без зарплаты. Уровень вверх. Уровень вверх. Куда ты снимаешь? Нормально. Работяги просто стояли. Ну ладно. Уровень вверх. 23 тысячи нам дали. Хорошо. Хорошо. Работника. О, у нас посидеть, сколько у нас денег-то. Есть. Я все потратил. Извините, конечно, что я кашляю. Я бы заболел. Нет, много дней я заболел. Примерно неделю. И чё? Кубатян. О, уровень повыше. И повыше. Скорость такая. Ну ладно, скорость только. Ну ладно. Самый крутой здесь в симуляторе. Это... Это у него получается. Левел 13. 13. Ну, тут был, короче, я самый такой. Самый лучший. А у него что, 3000? Угу. Так, у меня повышенный уровень уже. Кстати, уже зима. Вообще, пипец какой-то. Минусовая температура. Пипец. Я сдохну. Так, тем временем мне нужно. Да, мало. Очень мало. Очень-очень мало. Залазим. Если что, кто не знает, реберт, это типа перерождение. Ну, типа, это перерождение просто. Это просто другое название. Я не знаю. Мало ли кто-то из вас, кто меня смотрит, не знает, не знает. Так,
Они пока носят, все носят, все носят, все носят, все ой. Домик. Кстати, на 20 подписчиков я сливаю свое лицо в реальной жизни. Да, на 20 подписчиков. Так что подписывайтесь. Будет мое лицо. Вот. Так, уровень. Так, сюда. Работяг надо, да? Накупить 13 работяг. Допустим, сколько? 3 штучки. Нормально. Сделано у нас 23% дома. Это вот повышенный уровень. Пока сбегаем, ну не знаю, куда сбегаем. Паркур. Мы можем попробовать пока проходить паркур. Паркур я ненавижу, если что. Ай! Здесь есть полегче. Ну, вот полегче, по-моему. О, страшно, ребята. Что? Через две нельзя, да? Ну да, чё? Я не понимаю, как это пройти. О, первое. Да блин! Короче, похоже, это моё уходим. Я не хочу здесь быть дальше. Ой. Это моё? Это мой тайком. Забегаем. Работаем уже. 40% домика сделано. Ну, 17 уровень. Иду сюда. 4. Повышен уровень. Хорошо. Опа, вылетела. Что-то непорядок. Ребята, простите, сука. Ну, а теперь я на месте. Ну да, и мы переспали. Уровень где? Мы были. Он где работает? Какой попе работник? Я на батюшке. Давай, 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 пошли, 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 пошли. Так, уровень. Денежки. И на батюшке. Подохватываем. Нормально. Выпили на расслабоне. На кинде. На расслабоне. Так. Пока не работает. Работает. 64 у нас тоже дома сделаны. И... Бежим. Бежать. Куда бежать? Бежать куда? Куда бежать надо? А, нет.
Жесть, куда? Куда мне бежать? О. Фу. Это последний, что ли? Нет? Мы никогда не можем закрывать. Ну, живот закрыли. Какие меня всего забетонировали? Все, жесть. Уровень наверх, ребята, а? У меня 16 уровень. Максимум. Мы достигли опять максимума работников. Так. 89 уже процентов сделано. Не нормально сделано. Уровень сделано 97% и 99 уже 99 и, ребята, 100. Я думаю, на такой прекрасной ночи на такой прекрасной ночи нам стоит закончить. С вами был я, Влад228. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Если хотите посмотреть моего друга, его канал называется... Его канал называется Миха228. Ну а пока...